Бывший сотрудник службы судебных приставов обвиняется в присвоении и растрате денежных средств с использованием служебного положения. Следствием установлено, что бывший пристав-исполнитель получал от представителей организации должника денежные средства в счет погашения задолженности. Используя свое служебное положение, указанные средства он не перечислял на депозит Октябрьского районного отдела, а присваивал. Сейчас дело направлено в суд. Указанный сотрудник в июне 2011 года уволился по собственному желанию. А начиная с февраля 2012 года следственной частью следственного управления УМВД России по городу Иваново в отношении его возбуждено 11 уголовных дел, которые впоследствии соединены